Всем привет! Сегодня вот такой у нас вид транспорта. Вот так вот мы передвигаемся. Поехали мы покататься с велосипедом. Сегодня мы дружим. Ворон, если видно, вон там он с Ярой. О, еще какие-то мотоциклисты гонят. Сейчас меня догонят. Все, я от них угнал, в общем. Ну что-то у меня опять, в общем, проблемы с камерой. Здоровый муравейник сгорел. Вот такой вот небольшой уже построился. Не знаю, что там камера-то у меня засняла, нет. В общем, вот такую штуку я уже нашел. Вот. У меня вот такой ведерный пакет. Вот еще вижу. Есть на горелом грибочек. Голову свернул ему. И идем дальше. Так-то мы по другим делам в лесу, но если есть грибы, почему бы их не взять, правильно? И к нам вопросов меньше будет, если нас на дороге кто остановит. Ну что, тихая охота у меня продолжается. Дырку кто-то тут. Оставим этого червяка тут. Вот столько я уже грибов насобирал. Не знаю, куда там камера у меня смотрит. И идем мы дальше. Двигаемся. Двигаемся вон туда мы. Солнце вон там, а мы вон туда. Думал, человек стоит на меня, смотрит, а это пенек. Двигаемся, двигаемся. Пока никого не видел, никого не слышал из животных. Как будто их тут и нет. Что, вот такой вот у меня уже там урожай. Ага, вижу, что камера не туда смотрит. Вот такие вот еще тут грибочки. Вот он красавчик какой. Ну что, я тут скоро пол ведра насобираю. Вот вижу сразу еще один. Вот этот еще симпатичнее, еще симпатичнее. Идем дальше. Сейчас пакет насобираю. И все, можно сказать, осуществим бартер за этот. За аренду велосипеда рассчитаю. Мы же городским жителям в лес нельзя ходить. А местные мы. Местные. Ходим, когда только можно. Как запреты сняли, так мы в лесу. Как запреты не сняли, так мы все равно в лесу. Но дата, это дату не называю, потому что сегодня то число, на следующий день, когда запреты сняли с леса. Вот так вот будем делать. Вот такие дела. Ну ладно. Болтать я люблю. А грибов-то мы еще не насобирали. А мне надо уже в другую сторону как бы идти. А я все еще тут хожу.
Блин, одной рукой неудобно ломать грибочки. Вот такой вот тут еще есть. Я такой не знаю, что за поганка. Так, где-то пока садился еще один. Видел. Вот еще один грибок. С муравьями. Так, сейчас тут, короче, по лесу покручусь. Лес-то, который грибной, он туда надо идти. А мне-то надо туда идти. Там у меня еще ловушка на пчел стоит уже. Третий год, наверное. Пчелы никак ее найти не могут. Или их тут просто никогда не бывает. Охота до туда дойти поглядеть. Сгорела она, не сгорела. И все. Сейчас тут крутнусь и в другую сторону уходим. Там вот козлик лает. Ну все, потом на другую камеру буду снимать, если животных увижу кого. Вон, дошел, в общем, все-таки до ловушки. Никого тут нету. Надо как-то будет доставить домой. Грибов я, в общем, пакет так и не насобирал. Только вот пол пакета примерно. Но пол ведра-то там точно есть. Пакет больше, чем ведро. Ну, судя по весу уже, который ощущается сейчас. Сейчас вот так вот сторонкой, наверное, пройду и пойду все-таки дальше. Пакет тут повешаю, где-нибудь на обратной дороге заберу, чтобы его все время с собой не таскать. Вот так, будем ждать козликов. Два штуки где-то сейчас покричали. И все, и затихли. Может быть, еще рано. Ну, в общем, как-то вот так вот. Дальше, наверное, фотографии грибов в этом видео, потому что дальше на нее снимать бесполезно, на эту экшн-камеру. Вот так вот. Продолжение, если и будет сегодня, то в другом видеоролике, скорее всего. Ну все, всем пока. Ну, признаки обитания самца тут есть, ходит он. Чешется. Значит, мы его где-то увидим. Ну все, громко не разговариваю.